Сейчас будет что-то страшное, потому что я иду испытание крестоносца, 25-ку обычку. Вот, спросил по поводу хилов, они меня взяли, в общем-то, я в пати. Но меня смущает тот факт, что они идут без РК. Вот. Unroll на БОЕ, понятия не имею, кто это. Приветствую. А, БОшка. Или что ж это такое, блин, что-то знакомое. БОЕ. Я, конечно, камушки не повставлял желтенькие. А что у меня может желтенькое вставляться? Блин, что я туплю? А, у меня в плечах стоит синий камень, да? На дух и к силе заклинания. А желтое я могу вставить себе. Получается. К силе заклинания и к рейтингу скорости. То есть я, в принципе, мог бы подкинуть больше рейтинга к скорости. В эти перчатки. Да, как видно, у меня 5,3 КГС, но у меня не. Блин. Что-то меня тут глючит постоянно. Но у меня не из-за моих таких вот двух триник. Они ПВПшные. Я, конечно, купил одну и ПВЕшную триньку, вот эту вот. Но мне больше это нравится. Она дает мне скорости. Быстрее тикают мои хоты. У меня должен быть определенный капли этого скорости. Рейтинга скорости. У меня его пока что нету. Но эта тринька дает довольно-таки много скорости. Пока собираю, чем могу. Да все, приземляйся, тупой грифон. Вот бы мне сегодня срулить. Что привело тебя сюда? Трофей авангарда. Приветствую. Можно было бы поменять парочку шмоток. Штаны, например. Тело. У меня как раз есть на тело. На одну из шмоток, в общем-то, у меня есть. Так, ребята уже стоят внутри. Камушек. Ну, не знаю, не знаю. Либо очень самоуверенные все, что могут без РК пройти, потому что, ну, в принципе, тут. Насколько я помню, не сильно тактика отличается от десятки. Я уже здесь как бы был разок. А, только на Валькириях, в общем-то, был момент. Был момент, когда все же нужно было слышать команду
в какой момент какую брать, на какой портал тыркать, да? Может быть, кто-нибудь другой РК свой поставит. Не, ну смешно, конечно, что стратегию никто не знает. Блин, у меня слетает крест. Мне сейчас крест очень нужен будет, потому что некоторые шмотки у меня, к сожалению... О, у нас шаманчик есть тотемом, отлично. Но все равно крест бы неплохо. О, есть, 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 отличненько. Так, кто у нас танки? Интересно, у нас тут пишется вообще, кто танки, кто что? Друид танк 5,9 КГС. Знаете. А, можно, кстати, вот так вот вывести себе, да? Так, ну я тут набафанный просто как бог, блин. У меня и интеллект, у меня и дух, у меня и МП5, и такой вот бафчик есть. Где он делся? Вот он. И каска. Просто как божина. Еще и под тотемом. На скорость заклинаний. Под тотемом еще урон, наверное, заклинаний, хреново, не знаю. Это у нас что? Вот, сила заклинания увеличена. Офигенский бабчик. Тотемчик. Ну и еще будет тотем на регенерацию маны, скорее всего. Хоть бы не сломали мне всякие мудаки. Кого, интересно, не хватает? Вот он, этот друид. 5,9. Посмотрю, кстати, его талантики. Мне просто интересно, что тут вкачивают друиды в танки. Но он инстинкт выживания вкачал. Почему-то даже эту штуку вкачал. А, уклонение 4%. Ну да, это важно, я считаю. Даже броньку вкачал, умничка. И вкачал вот этот медвежий хрень. Вот, а я что-то не пойму, где
талант этот, который уменьшает на 5%. Я, наверное, все-таки зайду на РК. Хотя бы потому, что вдруг кто-то другой будет анонсировать некоторые вещи. Я мог бы, конечно, и без РК, я ходил сюда. 6608. Ну, грубо говоря, тут 3 человека, блин. Блин, у шамана тотемы, конечно, офигенные. Сила заклинания увеличена на 280. И скорость произношения заклинаний. Вообще обалденные тотемы, блин. Шаманы лучшие друзья, честное слово. И источник маны еще кидает. Блять, лучше бы я, наверное, не шел в это РК. Ой, а я все время смотрю, блин, рейд и не смотрю, сколько нас человек. Одного человека, двух человек не хватает, да? Ебать, нахера. Пойдет. Блин, гера, пацаны. Да-да. Кого осталось добрать, скажите? А, хилы у нас все, да? Так, мне надо теперь срочно узнать, кто у нас второй хил. Предположим, это какой-нибудь шаман, да, допустим. Осмотреть. Таланты. Нет. Не ты. Ты. Шаман совершенства? Что-то новенькое. Каменертан. Надо запомнить его. Надо... Надо, грубо говоря... Ну, вообще тут их должно быть дохрена и больше хилов. Он паладин, с чем ты? Блять, маны куча. Вот у нас хил. Сколько у него ГС-а? 5,6. Ну, короче, я так понял, нормально здесь будет. Неплохой танк, неплохой хил. Вот еще вроде как, наверное, это не хил. А, это вот этот, который милишный. Камертан, блин, интересно, какой у него будет ДПС, просто интересно. Ничего не имею против шаманов. У него, кстати, шмот на интеллект. Ну, то есть, ловкости дает меньше, чуть больше, чем интеллекта. Или атаки. Ну, в общем-то, нет. Наверное, это милишный. Это нормальный шмот. Просто он у него такой и есть. Наполовину дает интеллекта, наполовину дает ловкости. Причем интеллекта чаще всего больше, да, я так понял. Хотя нет, вот шапка неплохая такая.
А, это наш еще ИРЛ получается. Что тотемчик это дает? Силу атаки на 10% увеличивает. Шаманы, конечно, мне с одной стороны тут очень сильно вдохновляют и нравятся. С другой стороны, их не имбанутость так вымораживает. Блин, давайте шустрее уже. Блин, один кто-то ливнул вообще. Наверное, понял, что это вайп-отряд. Зато серебряными пулями, понятно? Хоть и на силу. Список рейдов. Интересно, дашняга работает? Надо будет попробовать. Скорее всего, нет. У всех тут адский ГС. Есть, конечно, пятерочка, где-то я видел. Вот 5.1 у чернокнижника. Я такой умничаю, короче, у меня у самого 5.1. А, вот, нет, блин, это бах у Сауна. У Букли, на самом деле, у него там адский ГС. Хотя книжечка как у меня, а вот пуха по ГСу такая же ж, просто что она не дает регенерацию маны. Странно, она и скорости больше дает, но она зато критов. Тканевые доспехи тягает. Решил на сет не заморачиваться. Вот из одеяния Малфуриона у него получается почему-то шапка из одного одеяния Малфуриона, да? А на лунный огонь. А перчатки он либо протупил, либо хрен его, они у него вообще на ловкость. Может, перепутал? А вот эти уже, я так понял, Т-10. Ого.
Ого. Крутая шняга, я все такое хотел бы, конечно. Хотя к силе заклинаний. Ради Гесса, что ли, взял? Напишу ему, может быть, не потому что типа там выпендрюсь, а может быть, он не те перчатки себе одел. Так, ну вроде бы... Интересно, дру поменял или... Или это его основные перчатки? Наверное, это его основные перчатки. Он их, наверное, взял... Не знаю, для чего он их взял. Выпали, наверное. Так, у меня главное, что было... Ну, паладинов танков, скорее всего, у нас и нет. У нас три в танк паладина. Один хил. Один... Ретро, да. И второй... Танк у нас есть. Ну, не кинул под друидам. Он бафчик. Не то, чтобы он сильно был нужен. Вечер добрый. Алло, привет. Здорово. Хер поймёшь. А шоу паладина, в чем их проблема? Блядь, ну, типа, у меня нет ни кулака, ни каски на варю. Да, Конов УК, Редвик. А что это за херня меня прокнула только, что интересно? У меня татринки все ПВПшные. Чисто да, заради ГСа. Ты у нас кто? Элим, да? И херо, кто у нас танки? Призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной. Маловато мне рейтинга скорости на самом деле. Не знаю, почему не растет нифига. Восполнение маны, конечно, у меня жестяк, блин, за счет духа. Мы вызываем альянс на бой. Позволь нам встать на место твоих рыцарей, паладин. Мы покажем этим псам, как оскорблять орду. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бит. Пристик у нас. Твой герой. Продолжение следует...
Что-то у меня FPS взял, да приуныл. В основном страдают, я смотрю, у нас милишники. Ну да, богиняне вот эти вот. А, богиня ПВП, блин, конечно, тащит. Шаман у нас, оказывается, где-то есть исцеление и пристик. Ну, пристик как-то приуныл. Вот, ну, видимо, потому что он, возможно, ДЦшник. Я потом рассмотрю. Из чего-то там, да? Слишком далеко. Надо подождать. Проверка расстояния. Надо рассредоточиться, что ли, не пойму. Наверное. Где-то я проебал. Не стоять перед танком, наверное. Вот тебе и РК. На станчи второй танк, если ты меня слышишь. Такой баф просрал, блин. Спасибо, меня, конечно, резнули. Так, шаман тут положил какую-то херню на ману. Да, это ДЦ. Подойди еще дальше, друг. Чем, с кем они там разговаривают? Там три человека в РК, блин. Сагри, отбеги второй танк. Не могу. Беги дальше, кам. Хера нас там бахнуло, блин. Ты меня ждите 12 секунд. В общем, новая механика для меня, по крайней мере, открылась. Это то, что нельзя стоять перед лицом этого босса, блин. Наверное, я кого-нибудь все-таки резну. Паладина, например. Не достаю. Слишком далеко. Или нет.
Пойду все-таки Палыча резну. Выживаем, конечно, от этого. Блин, ну я же кинул, странно. Я кинул, походу, по танку, блин. И поэтому не попало на всех. Теряю ХПС таким образом. В общем, на этом боссе я плохо выдал. Пойду порезаю такие же ж бедолах. Кинжал правая рука. У меня правая лучше. Щит. Наручи. Королевская выкройка. Портяжное дело. Сфера и трофей. Дайте пороги рипов, пожалуйста, паладин. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Кулак, дайте пороги, пожалуйста. Не дали мне крест. То, что все ненавидят друидов. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится... Мне трофеи нужны. Готовьтесь к забвению! На X5, короче, были такие конченые мудаки, которые ролили эту хренотень, да? Чтобы, блин, тупо продать ее в магазин, да? Триндец, блин. Ничтожный гном, тебя погубит твоя самоуверенность. Перед вами Джараксус, эредарский повелитель Пылающего Легиона. Стану в шаманах. Где-нибудь вот тут вообще стану. Ебать, вы чё, пацаны, угоните, что ли? Они не вывели, короче, метку. И до сих пор там стоят. Моя мама молодец. Мак, вы рука второй? Ну опять там кто-то стоит, блин, не пойму, где он. А, он отошел.
Чёрт, блин. Пришли ребятка, ребятки сюда фармить нас. Инферналы. Да. Без РК, блин. Точно, что только КД ловить. Потенциал есть, но, блин. Неуправляемое все. Да, далеко чувствую, мы не пройдем с таким рейдом. А ты можешь просто маг, который просто пикируется? К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Так, что там у нас новенького? Я видел и более достойных соперников. Палец. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается! Кулак дайте поварам. Ты долбоёб, мне хуй орать, блядь. Но... Так, пока что весь шмот себе лидер загрёб. Рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Блин, у нас, я не понимаю, палы какие-то, вот то ли собаки альянса. Зараза, чё не тупят? Демонов, на воинов орды? Ваша смерть будет быстрой. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Это было лишь пробой того, что ждет. Играешь, блин, паладином. Неужели так сложно, блин? Три паладина, блин. Только один кидает каску, все остальные что делают, я не понимаю, блин. Все кидают каску. Здесь сейчас будет вообще без РК зло. Кто-то анонсит будет что-то? Да что тут анонсит? Мы обычно убиваем, то есть варов, вара и ДКшника нужно просто от рейда убрать танком и фулл ДПС просто в рогу под ДБЛом. Давайте так и сделаем. То есть от друида Локи просто контролите и все, у него там этот хуйню, как он, я не помню, как называется, который как раз именно Локу контролит. Посмотрим хотя бы ДПС. Гнание, по-моему, что-то такое. 12-10 косарей. Но да, у нас да, тут тащеры. 2 по 9, кстати, мах.
Что странно, стрела длинного огня, воспламенение, огненная глыба. На урез хп. То есть он огненный мах. Остальных послабее. И минималка у нас примерно 4-5 косарей. Ну то есть здесь реально такие серьезные ребята. Ты серьезно локу касты сбивать? Там единственный каст, который нужно сбить, это адское пламя. Он еще не в РК. Я забыл. Ну да, я уж лучше, наверное, ядом намажу рогу, чтобы его захилить не смогли. ДКшники, вытяните сразу рогу, фул ДПС в него влейте, а танки агрите на себя ДКшника и вара. И стойте подальше от рейда, чтобы АУЕшка не заливала ДКшника от вара. А, тут до хера танки людей. Танки здесь, то есть паладин, я туплю, тут очень много людей. Как раз это, ДКшника и вара. Я просто думаю, что за фигня, никого нету, три человека. Не помогут тут бомжи. У нас тут их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Понятно. Ой, блядь. Эсгера. Дебаф. Наверное, похилю танка. Хотя там уже есть кому хилить. Я постоянно в контроле стою, зараза. Диспельте с него. Диспельте Грогу, оу, пацаны. Пристыд, диспел. Да все это пиздец, нахуй, угонить. Это лучшие представители Орды. Да все, падать не пора. Не знаю, вары не контролят, ДК не контролят, они стоят, бьют просто. Давайте быстрее фул ДПС рогу сливайте. О, блин. Вообще не, не спасти. Давайте локо. Это ДК у нас танчит. Две хоты с лока. Две хоты лишь лежат. Дайте бэрпу, Варшан, чё. Какой из них Варшан, не знаю. Наверное, я этот. Я его хилит флам, никто не беспалит ничего. Диспельте хоты с лока, пожалуйста, присты. Присты маги. Я не приста, не мах, меня это не касается, но обидно все равно. Можешь паладин подальше отойти ДКшек, чтобы он в рейд не переагрывался. Чуть подальше. Важно, чтобы хилы до тебя доставали. Рушку давайте ханта все. Интересно, втащат? Только там сам как что-то вырисовывает. ДКшник, оттяните от рейда. Я
Блин, сильно он нагрел там. Локи, можете друиду закинуть этот? Этот. Цифряйте, короче, друида. Все, боюсь, и мне хана. Блин. Отлично, вот там друида держите. Да не бегать вы рядом с ДК. Меня хилят, конечно. Это хорошо. Нет. Меня все равно очень сильно хотят убить. Ну снимите с меня, блин. Серьезно. Все против меня, вы сговорились? Снимите с эрдруида, вар. Да если бы только эрдруид, да. А, ладно. Наверное, не стоит эрдруиду меня резать, хотя он хочет. Блядь, пацаны, бейте одну цель, у нас три цели еле живые. Войдите все в ханта, вот стоит череп. Успеет, интересно. Да, молодец, треснул шамана. Конечно, теперь, блин, сейчас какой-нибудь богиня ПВЕ, блин, захилит, как богиня. ПВЕ. Не специально. Крест убейте, пацаны, вот. 600 тысяч. Охота здесь пальцы. Друида, законтрольте, ребята, друида. Вот он трапа под ним, бейте его. Мишка там развлекается, его походу вообще не прибивает. Диспел. Пристать диспел, масс диспел. Ты вот так прохилил. Все сразу как-то не так пошло. Кстати, у нас ливеров нету, интересно. Нету? А, есть один. Интересно, втащит. Ману контроль возьмите, пожалуйста, что-нибудь за контроль все. Сбивает косты, молодцы там. Танк, эти воины. Аршам. Паладин танк дерется с этим. С ДК. Один с варом, другой с ДК. Вроде распилили. Жаль, что я, конечно, не дожил. Неудачно там прожал всю фигню, блин. Я хотел просто скинуть на паладина, побегать вокруг его метки, но я не знаю, наверное, херово. Пристика было лучше, у него был неплохой такой, типа, как он называется?
понижение агро всех к себе. У друида, к сожалению, только в кошаке есть скилл, который понижает агро конкретной цели одной. Пустая и горькая победа. Отлично. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целые. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. Что за хуйня падает? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва. Ну че, на танка. Плащ. О. А грудь я бы взял бы. Все черные пущи. Фу, мне даже крест дали, ничего себе. Черный берем, левую этот белый бьем. А, есть каска. Все, все, все. Вроде все, что нужно, есть. Престовские, маговские бафчики. Тотемчик. Вот этот тотемчик пламени не такой крутой, как. Черку берем, вот этот. Черную. Черную берем, белую бьем. Окей. Один в танк и один хил могут взять белую метку и черную, отведить только подальше. Жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Интересно, менять будем? Во имя темного. Заберите, черный, заберите. Во имя короля Лича вы умрете. Так, черненькую, если что, ловить. Заберите чуть подальше, чтобы не агрилось. Блин, беленькую уворачиваемся. Я, знаете, на всякий случай буду по прежней тактике. А как у нас второго танка зовут? Жень что-то там, да? А где он, интересно? А, вот он. Женщина, челов. Да поглотит вас тьма! Специально, конечно, ловить не буду. Черные, белые. Шесть косарей держу. ХПС. То ли в натуре столько ХС дает, до хера, блин. То ли фиг его. Но если честно, я здесь очень плохо вижу. Приговор.
Ну ты ебать. Приговор. Да, повезло кому-то. К сожалению, упало. Повезет кому-то. ХПС. Упал ХПС. Угу. Кому, например? ДЭшнику какому-нибудь. РЛу. А, ты про триню, типа? Ну да. Да. Не-не, у него уже есть этот приговор. Ну будет, только ж я надеюсь, будет ролл по спеку, блядь. Ну блядь, я надеюсь тоже. Я в ахуе. А, вот оно что, все понятно. А чё ты вовремя так он говорит, что от 10к? Ну типа, блядь, молодец, Алёнка. Блядь, 91 кинул, прикиньте, я не бульстил. Просто бил ей же на полку. Ну, я 91 кинул. Ну, я 91 бросил. Я вот тоже с тобой вместе. Ну, вот мы бросили 91. Ну, вообще, как бы да. Но, кажется, он сейчас не заметил. Ну, почему, типа? А как почему? Вару это вообще не надо. Нет, ну, в принципе, да. Три не побисим. Ну, тебя отдал. Все равно. Так а кому ушел приговор? Комбат Роги. Моя мама. А почему Рога? Причем здесь Рога? Понятно. Потому что он комбат. Сколько он выпнул? Сколько он паролов выпнул? 88. Рейл, бля, ёбать, сука. Так можно прикатать? Мультик норм отдает комбату, вообще забавно. Ну, я кинул 91, но я в ар, типа, блядь, мне похуй. Да, но я не откажусь. Похуй, да. Кто там базарит-то 10к? А почему это написали после того, как ты не выпало столько? Ну это РЛ так решил. А рубаните, блин, скайпы свои задолбали. Еще вернее. Ну у нас РЛ так решил, окей. Не, да мне похуй, я в ЧС его кинул, да и все, блин. Черные списки прям кидают, ничего себе умнички. Ну а ты хочешь побазарить или чё, брат, там? А ты в курсе, что Рога тоже не дал? Эй, чё ты молчал, братан? Давай поговорим. Говорят, Рога дал, он типа 13к. Ну ты посмотри, 13 тысяч дал, чё ты там? Он 6к ГС. Кажется, он дал всё-таки. А тут типа пофигу, даже комбатам дают приговор, да, как я понимаю? Да, это глупо, конечно. А что плохого, интересно, в комбатах, я не пойму. Да, когда идет дело до того, чтобы мультику отдать боль или чешку, начинают сразу выеживаться. Трэш залейте, просто, ребят. Трэш залейте. Чувак выпал в лотерине, он после выпада нее пишет, что 10к. Да, это понятно. И отдает ему пароль. Ну, это бред просто.
Ебать, трэш долейте. Конечно. Трэш. А, оф танк, веди трэш на лужу, чтобы они не появлялись. На оф танка кину. Трэш доливаем. На себе. Блять, у меня какая-то метка. Меня преследуют. Надеюсь, уже не преследуют. Чё ты пух? Ай ж, блядь. Богиня ПВЕ. Стану вот здесь вот. На танка, на себя. На оф танка. По омоложению, по... восстановлению. Что тут происходит, не пойму. Ай. Появление через 10 секунд, там готовься. Танк забирай. Хилю танка. Раздолейте мелкий. Себя. Танк забери трэш. Постою возле ледышки на всякий случай. Забейте трэш, да. Что-то у меня как-то маны бесконечно, прям вообще. Я не знаю, что тут надо. Рано, Гера, какая Гера? Ты че? Смотрите фазе Герда. Да, Гера, да, носите. Так. Теперь, по идее, нужно не хилить. Вот этого хиль, ну. Омоложением. На этого омоложение кину. Ай, блин, кто-то захилил его полностью. Тактику хилы не знают. Отлично, блядь. Отлично. Так, ну теперь будем смотреть, чтобы заролило все хоть что-нибудь мне. Хотя бы трофеи. Хоть бы один трофейчик. А лучше, конечно, два. Или три. Крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Наручи не нужно. Синдром Глада. А, чувак, а почему вот эти запястья на ретро-паладинов не идут? Мастерство. А, и что? Нет, я не блять, какой у ретро-пала кап мастерства? Ответь мне. Ну, смотря, если у него есть символ.
Так, правая рука, но мне такая не нужна. Но она хуже моей. Наверное, не буду ее рулить. Что на дне латы, блин? Все токены, анрол, да, вот эти вся хуйня. Сферы, все это. Я вот не знаю, что-то не было написано вроде. Да нет, но он же не говорил, что это анрол. Я вот спрашиваю, я не помню. Вот это я хочу. Хе-хе-хе-хе-хе. Попробуйте перерольте. А, блядь, друг, обмен давай. Хе-хе-хе-хе-хе. Ой, блин, не посмотрел, сколько я. 25. Ну, тут, конечно, я продул. Кто строил, интересно? Ух-ху-ху, 25-26. А кому эта тренинга танка нужна? Ее роль это вообще кто-то? Мне сейчас нужна, один. Да, сейчас. Блин, я думал на спек забрать. Тут, наверное, ролит, блять, кто хоть. Кто хочет, тот и ролит. Отдайте танку, типа, я тоже могу сейчас на успех себе сролить, блядь. Ребят, ну это ж мои перчатки, пожалуйста. Узнайте, блядь. Пиздец, блядь. А кто такой Шидарк? Не-не, он ДК. Да, не, ну да как она? Он Фрост, да? Да. Пиздец, а ты есть в РК ДК? ДК? Да, говорю, ты братан, уступи, пожалуйста, перчатки. Пиздец. Паролю, ну не знаю. 94, блин. Блин, как интересно, что это за параметры такие? Блядь, надеяться на то, что, блядь, человек не будет таким долбоебом, как ты, блядь. Да ну чё, я бы отдал бы. Надо будет разобраться, где все-таки ролл этот. Пиздец, блядь. Долбоящер, блядь. Да ты варкачи-то скажи, блин, мальчик. Да ну не гони, сейчас писклявым голосом своим. О, проснулся. Зато и сразу ролл видно. Не успел, но он и не смог бы. Да там 100%.
Ну, тело уже хорошо. Она мне повысит ГС на херню. Ну ладно. Чертежи пошли. Мне бы еще трофейщиков. Ну, хоть один. Маленький. Теперь сколько ГС дает это тело? Ебать, еще все на рецепты забрал, вот нахуй. Но оно послабее будет. Ну там понимаешь, как бы у него самого проф нету, но он линкует, а всем сказал с профами только. Да, да. Такая вот тема. Тут все прям серьезно. Профы линкуют. А че, вот эти вот, которые ливают, они не хотят, что ли, эти? Папа. Стольки, пацаны, да. На, братан. На трофеи бы кинуть так лучше бы. Смотри, тут много желающих на трофей, но нас осталось человек 20. Хотя тут еще и пэты, наверное, меньше. Это явно пэт. Типа каждому по трофею и по нах. Давайте. Ну, не судьба. Шмоток нет, народа. А, тут еще и первый топ-5, блин. Сорок шесть это не топ-5, к сожалению. Ну, мне не досталось. Орелла, ты там шею собираешься ролить? С силой. Посмотрим, что там еще есть. Шаман, а шея с силой будет ролиться или нет? Все походу. На этом все.
Ну, не сказать бы, что ни с чем ушел. Сет сломаю, конечно. Но посмотрим.